В Бурейском районе Преамурья проводится проверка по факту отравления 70 детей в оздоровительном лагере «Белые горы». Об этом сообщила прокуратура Амурской области в телеграм-канале. Информация о случившемся появилась в соцсетях. После этого началась проверка. На место происшествия выехал прокурор Бурейского района. По предварительной информации в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту обратилось 70 детей. Всего в лагере отдыхает 275 несовершеннолетних, говорится в сообщении ведомства. Мое такое мнение, что это некачественные были продукты, завезены вот в этот оздоровительный центр, лагерь «Белые горы». Только из-за некачественных, просроченных продуктов может произойти вот такая вот ситуация. Ну, будет еще правовая оценка дана. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.